Притус Амигос, ну что ж, никто так не написал в комментах, куда надо дальше идти в этой, конечно же, отличной игре, потому что я базарю, даже люди, которые, наверное, эту игру прошли и сделали это, наверное, несколько раз, причем подряд, 100% они сами нихуя не могут после этого даже здесь чего-то найти, потому что здесь вообще хер что найдешь. Блять, я уверен, что в Ернаме даже, сука, дубль ГИСа нету, потому что они заебались его составлять просто. Ой, бля, ну чё, давай ты быстрее уж, сука. Ну чё, блядь, вырезать эти загрузки, что ебучие. Короче, я решил, пользуясь тем, что у меня теперь есть отличный дрын, светящийся электричеством, я его доточил, да, по-моему, блядь, до остроты охуенной бритвы. Вот, до целых плюс 5. Ну, еще, казалось бы, чуть-чуть и секира, вот она. Вот, и, кстати, смотрите, 120 физики, в этом 152 физики, но еще молнии добавляет, ну вообще классно. Вот она, пушка моей мечты, блядь, а не этот Людвиг ваш обосранный, блядь. Людвиг вообще говно, говно палка, блядь. Вот, я решил, короче, доисследовать. Здесь была центральная площадь, насколько я помню. Че, говно, блядь, попутал вас, что ли? Ой, 320. Ой, блядь, вот это вообще она ебашит. Вот это вообще анальный шарик на ручке, блядь, знает свое дело. Слушай, вот это вот он сносит, блядь. Все пиздати длинный, короче, смотри, что сейчас в очко тебе, смотри, вгоню. А что, ему похуй, что ли? Че тебе электрошокер суют, блядь. Подожди, 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 блядь. А топором сколько обычный удар? 160 топор, блядь, а палочка нахуй 80. Наверное, у этого моба непонятно откуда, но отличная. Отличная защита от электричества. Я даже придумал, как можно продавать прибор, который делает, как бы вас заземляет, чтобы вас электрошокером не ударили. Любитель митингов 3000, как он? По-моему, броское название, должно хорошо пойти. Просто два удара, блядь, и жопа в шляпе. Этот грибочек, сука, воинственный, эволюционирующий из Марио, просто сложился. Сложился в конвульсиях, но он еще, по идее, наблевать под себя должен или обоссаться, там, если его конкретно током по нему пройтись. Ну, я как бы в постол играл, я знаю, что бывает, если бить человека электрошокером. Не знаю, что он... Бля, вот смотрите, вот была бы дубиночка-то плюс 6, походу, что заряженность, да, с прыжка я бы просто всех убивал с двух ударов. Вот такой геймплей мне нравится, просто ходишь, всех унижаешь. Вот мне единственное, что я пофармил немножечко, совсем вот два левела. Ну, видите, да, мою полоску здоровья нынешнюю. И вот только благодаря этому начался нормальный геймплей. То есть там, где я вначале послушал кого-то на стриме и взял уровень персонажа, блядь, ничтожество, вот это была ебучая ошибка, потому что вот здесь ничтожеством, да, ну это аналог как бы нищего из Dark Souls, там тоже тяжело нищим начинать, достаточно тяжело, особенно вот в переиздании, там вообще нищим, то есть только реально выхватывать пиздюлей. Что-то было, что ли? Ну так вот, ах ты, ёб твою мать. Даже проебал, что там подобрал, придется на стрим посмотреть потом, на записи вернее. Вот, но и там даже полегче начинать нищим, а вот здесь, когда ты начинаешь чмом, блядь, каким-то, это вообще, это другой уровень унижения. У тебя просто тут, как-то мы в отбросах, выебываю, что ты делаешь, я выебываю из тебя дьявола, вот здесь постоянно выебывают из вас дьявола просто. Да, как мне нравится вот этот жест, активирующий электродубинка. Подожди, опять этот петух? Че, этот был, что ли? А что он тут стоит? А это что такое? Вот, то есть, если бы я начал каким-нибудь бывшим солдатом там... Че, поговорить? Уже мертвый? Блять, это какой-то странный разговор был бы, я чуть бы... Так, озарение надо сразу юзать, оказывается. Знание безумца. Вот как, блять, узнать во время первого прохождения, что это нужно использовать? Потому что я вот читаю, вижу, что это говно какое-то. Но я бы никогда не подумал, что
вот эту хуйню нужно для прохождения игры накапливать. Так или иначе, да, для стрима. Ой, этого, ебать, DLC. Вообще, что-то такое охуенно нужное, что надо накапливать, обычно вам на счетчик падает автоматом. Почему здесь надо? Где ты? А, я знаю, это сад темных корней из Dark Souls. Вот она, походу, новая локация, куда нужно идти дальше. Но я видел, что там был спуск такой, короче, в стороночке. И стояли три каких-то лося. Бля, вот когда немножко по левелу догнал, конечно, вот играть поинтереснее стало. Ты уже как бы не ждешь, что тебе сейчас кого-нибудь ты встретишь, тебе обязательно пиздюлей навешают. Уже как бы ты понимаешь, что, по крайней мере, ты поборешься, блядь, с ними. Да, ты пиздюлей получишь, но и у них здоровье будет уже не то. А вот... подождите, мне же говорили, что надо пиздеть со всеми, а то сюжет непонятен. Опять разговор, нахуй, неудостойный анимирования персонажа, он закрыт. Ой, смотрите, мельница какая пиздатая вдалеке. Ничего себе, у тебя с тобой можно разговаривать. Ну давай поговорим о церкви исцеления. По-моему, это хуйня полная, ты как считаешь? Он считает, что это место, где начали чё? Он простой охотник, охотник неведомого какие-то подробности. Однако он слышал, в главном соборе почитает святого, хранящего знания об исцелении крови. Советники старой церкви заседают в верхней части соборного округа и трахают маленьких мальчиков. Что, блядь, значит исцелить кровь? А чё её исцелять-то, блядь? Сюжет, пиздец. Чё это я делаю? Подожди, это все ты говорил уже. Это ты все уже говорил, блядь. Подожди, а ты новый, это что-нибудь... Смотри, вот, подмышки, понюхай. Чё, блядь, чё персонаж делает-то ему? Они чистых, нечистокровных, вот. Как тебе полукровки? Завалим Гермиону Грейнджер. Он говорит, немного мудрости от выдающегося наставника Лагариуса. Однажды ученый предал своих собратьев из Бюргерверта и принес запрещенную кровь в замок Кейнхерст. Тогда-то впервые появились на свет первые из нелюдей рода нечистокровных. Нечистокровные враждебные твари, которые угрожают чистоте ритуала очищения крови. Повелительница нечистокровных жива в сей день. Чего ты ищешь? Дорогу к замку Кейнхерст. Чувак, блять, у меня один вопрос, а мы с тобой-то чистокровные, или мы с тобой за какую сторону хоть бьемся-то? За добро, наверное? Скажи, ну не знаю, блять, за кого ты, а я за... А я за этих, блять. Не знаю, за кого ты, а я за наших. Так, смотрите, кто здесь стоит. Бомж с ружьем. А, внизу какая-то горбатая хуйня с граблями. Лута не видно, но видно сундук, по-моему, там внизу есть. Давайте посмотрим, хуй с ним, что тут. Я хочу сказать, что бомжи и вот эти твари, они... Блять, камера вообще нахуй на их стороне сыграла, молодец такая, рот наоборот. Хочу сказать, что они как-то, блядь, хуёво реагируют на электричество. Я думаю, что по большому счету электричество здесь нужно только, видимо, в каких-то дьявольски, блядь, непонятных ситуациях. А, я понял, здесь надо две пушки иметь. Одну с огнем, вторую с током. Если тут вообще других стихий-то нет, в принципе. Это в Dark Souls там что-то придумали. Тьма, волшебство, блядь, какое-то. Чё, нахуй надо? Ну, там тьма в итоге стала лучше всего, но универсальнее всего электричество оказалось. Вот, а здесь вообще электричество и огонь, то есть либо к тому резист, либо к другому. Можно, конечно, и физическим дамагом кого-нибудь запинать наверняка. Ну, нахуй такие удары-то тебе резкие. Дал, блядь, этот разработчик, а? Ну, большого я, наверное, не буду пиздить, он, блядь, что-то долго убивается. Так, на этом можно шарик с током убирать. А, не понял, что ты здесь делаешь? Давай, давай, пули собер... Ой, блядь! Ну как попал-то, ёбаный ты в рот, блядь. Ебало завали, нахуй, конь.
У меня там крови, блядь, 8 тысяч на дороге валяется. Я еще вашу тут буду таскать. Так, как тут? Где-то этот хуй сидит, вон он сидит. Он жопой, видимо, закрывает проход, да. Но что, он столько встает. О! Они вооружили птицу моими душами. И тут, блядь, кровосос из толкача, смотрите. Впился в меня, блядь, высасывает мой мозг, что он делает. Это, блядь, ты так долго пил мою кровь и так мало отнял мне здоровья. Ну ты осел. О, нихуя. Вот это ты выдал, блядь, да. Ладно. Будем знать, что ты серьезный пацан, и не шутишь в следующий раз. Вот, топор его, блядь, с одного убьет. Нет, почти с одного. В итоге, что топор с двух, что это хуйня с двух. Чем он, блядь, бьет меня, я не понимаю. Какой-то инструмент народной музыки, блядь, гвозди в доске. Купи себе грабли нормальные, ебать. Озерек крови, который стоил мне получения пизделей. Пустая холодная кровь. Блядь, чувак, ну пизда тебя, а. Как ты умудрился, блядь, меня заебать. Вот сучка, блядь, тупая. Но стоит и спамит, смотри свою стрельбу, блин, конченую. А, так. Это куда? Это наверх. Я там был. Внизу что? Здесь есть какой-нибудь осмысленный конец этой дороги? Да. Вас выебут в темном туманном переулке. С громким смехом, без всякой смазки. Отравленный нож, 18 штук. Ну, это, видимо, метательная хуйта какая-то. Слышишь, тут, мне кажется, Джек-потрошитель орудовал. О, смотри. Здрасте, а чё так накурено? Хвала небесам, ты не сознаешь свои ценности. Ночь долгая, чудовище мне числа, воистину бесконечная охота, а нет даже в смерти утешения. И кровь тобой завладевает. Блять, у них все такие осведомленные, я ебу. Обойди немного большой собор справа и найдешь древнюю церковь, скрытую от глаз. Дар богов принесет тебе силу. Чувак, мне там пиздюлей нахуй дали. Невидимая мразь какая-то меня отъебашила. Миндальный камень. Что мне делать с твоим миндальным камнем? Бросить. Шляпа черной церкви. Смотри, тут крестьянин какой, а? Воинственный. А, я опять к тебе подошел? Или чё, блядь? У тебя две квартиры, что ли, на районе? Подождите, блядь, подождите. Я сейчас еще один миндаль получу на халяву, да? Нет, не дает. Мой герой решил подождать и взять, сука, супостата измором. Никого не понятно, зачем две одинаковые двери, чтоб ты точно мимо не прошел, да, наверное? Ну как его, блядь? Перевафлило. Шляпа от черной церкви. Шляпа, в натуре, она и есть шляпа. Ну, от всякого говна она, конечно, лучше защищает. От пулек, от всяких. Но от старых добрых триндюлей вообще не защищает. Смотрите, еще две. Да ты чё, блядь? Ты прикалываешься, что ли? Смотрите, блядь, одно и то же. Чё за баг, что ли, какой-то? Фу, баг на PlayStation, блядь, эксклюзив продали, нахуй. Нерабочий. Вот там мой любимый этот огребанец. О, смотри, ещё отравленные ножи, нихера себе. Кого бы, блядь, отравить этим арсеналом? И где это я, блядь, вышел? Опять на эту центральную площадь, походу, да? Да? Это она и есть, но он мне дал.
Миндальный орешек какой-то, блядь, с которым я что-то должен сделать, наверное. Миндальный орех. А, еще я же могу к телке там какой-то подойти. Блядь, да ну тебя в жопу. А, истеки кровью, мразь. Блядь, а чего у вас так много-то здесь? А что, вообще тут никого не убил, что ли? Я и был добр к вам, мрази. Магия, сильнейшая магия. Блядь, пошел в жопу, шапка ебаная. Ты смотри, блин, пуляет, а, своими самонаводками. Конченными, блядь. Сдохни, кончалыга. Ртутные пули. А-та-та. Хуй тебе в нос. Так, сейчас. Церковное деяние. Где там, блядь, она сидела-то? В храме черного монстра, что ли? Сейчас, короче, найду. Вот, нашел, где она молится, короче, но... Сейчас надо еще шмотки, блядь, шмотки переодеть. Конечно... Подождите, а что за... А, надо было ее стенание дослушать, только тогда инвентарь открывается. А, написали в комментах, что надо к ней подойти в одеянии черной церкви. Блять, мне вот интересно, вот как я должен... Хирургические перчатки? Это в церковный сет входит хирургические перчатки? Хуяси. Как я должен был понять, что к ней надо подойти, блять, одевшись в церковную одежду? Вот. Потому что она молится, наверное, блять. Типа, дочь моя... Да, дочь моя, должна причиститься ты святой залупой. Нет, хотя бы ты возьми лучше. И чё, и всё, что ли? Знание безумца? Похитил меня. А, ну, в церковь иди, там все, там бабуся там тебе составит. И все, то есть. И а за то, что я забиваю эту церковь бесполезными людьми, им ничего не дают хоть? Ну, просто не знаю, нахрен мне их там скапливать-то для чего? Может, там, наверное, их вот этот горбатый, который по полу ползает, потом в жертву принесет и призовет мне нового босса, наверное, не знаю. На разборке. Все, блядь, можно валить отсюда. То есть... Не, тюрьма это вообще бесполезнейшая локация игры. Не знаю, тут какой-то босс мне нужный. Не, здесь халявная электрическая дубина, конечно, с другой стороны была. Плюс тут очень классно фармить, кстати, смотрите. Кто не знает. Здесь надо, главное, избежать, блядь, получить пиздюли от двух этих шлюх, которые хватают сзади за волосы, начинают и зубы выдирать, да? Ну, смотри, что делает. Горбатая хуйня. Сука, блядь, смотри, как верблюд, блядь, у меня прям. Герой, естественно, впадает в эйфорию, блядь. От безнаркозного удаления пары коренных зубов. И теперь заходим в камеру, блядь, начинаем пиздить. Хуяк одному, хуяк второму. И за них по 350 душ причем дают. Ну и напротив там такая же камера, где точно такие же бичи лежат на полу. А с вот этих чуваков с мешками, с них падают эти точки двойные, которые нужны, чтобы от плюс 3 выше заточиться. Поэтому локация так грамотная. Не зря секретная. А к тому, что она, сука, тупиковая. И для нее, для тупиковой локации, зачем-то отдельное надгробие там сделано на кладбище. Вот вообще непонятно. А, нет, почему тупиковая? Здесь лифт. Лифт надо починить. Пока, блядь, его починишь. Так, ну что, посмотрим, что это за локация. А самое главное, как тут относится к электричеству. Запретный лес, но я так и думал, что что-нибудь с лесом связанное будет. Смотрите, вон она, мельница, мы идем к мельнице, ну что ж. Интригует, кто там. А, я знаю, босс этой мельницы, это старый мельник. Старый мельник, золотистая, или как там, блядь.
Ну, типа, ну, пиво. Пивной барон, наверное. Так, и на пути там стоят опять крестьяне с факелами, они хорошо ложатся от электричества. Я вот одного вижу впереди. И слышу даже. А, это опять эти бомжи. Нет, они от топора ложатся лучше. Базер, самахаль, блядь, неуязвимый. Вот вот этот вот песик, блядь, ебашит, а? Если ты крестьяне, ладно, песик-то как ебашит, вообще псих, блядь, конченый. Два кровавика, ну понятно, тут два кровавика падает только с нормальных мобов. За говно, за всякое, два кровавика здесь не дают. И куда это, интересно, дорога такая подсвеченная? Это же топот какой-то, не ебаться вообще. А, опять этот. Жирный ты, что ли? Нихуя себе. Но я ему сильнее уебенил. Вот кто вообще от тока, блядь. Прям оргазмирует, смотри, а. С двух ударов жирного свалил. Это что такое? А, вот монгольский шашлык из лошади. Смотрите, они жарят прямо лошадь. Она прям сама горит. Так она точно, так мясо лошади точно не будет сырым. Че это такое? Знание безумца. И знание безумца, да? А и какой-то, блядь, осколок адепта в тупике. То есть я вот сюда шел в тупик, вот в этот сраный. Вот, вот это вот подсвечено было. Подсвеченная тропа вела меня в тупик. Или может здесь сознание безумца что-то, блядь, видно станет? Нет. Полная фуфлыга. Видимо, да, видимо, тупик. И эту пещеру еще и бич вот это охранял. Пещеру, где даже прохода это нету и ничего там не лежит. Если бы был 2002 год, и мы бы играли в Ризен или в Готику, там бы наверняка артефакт был какой-нибудь. Обязательно. И тролль пещерный, заткнувший жопой всю нору, собственно. До сих пор помню, как я во второй готике убивал этого пещерного тролля. Встаешь там за камень так, чтобы он там махал, но не попадал в тебя. И ебашишь его дубинкой оттуда. Накидываешь ему. Что ж, это костер. И что ж, у меня 16 500 крови даже накопилось. Нихера, вот что-то вот как-то безумно быстро стала копиться эта кровь. И теперь действительно можно набирать такие суммы, чтобы покупать пушки, блядь, за 20, за 80 тысяч. Ну, за 80, конечно, сурово. А левелы вообще каждые 5 минут можно ходить прокачивать. Ну и кровь покупать ведрами. Раньше вот что-то прям очень надо фармить долго было, чтобы 16,5 тысяч душ тебе отломили. Силушка богатырская, смотрите, второе оружие как скейл меняет. Скейл, видимо, у него от силы покруче, чем у топора, да? Залепи свое дуло. Дай-ка посмотрю. ЦЕ. ЦЕ. Нихуя не понял тогда, в чем разница. А разница в чем? Зато. Не, просто удар от булавы получается сильнее. От прокачки силы. Ну, если я правильно понял, конечно. А скорее всего, это вообще не так. Все, тратим души. Потому что, ну, это новая локация, скорее всего, ты там, я там получу пиздюлей. Кладбище черного, это не то. Ну, пиздец. Запретный лес, вот он. Хоть название запомнил, мол, красавчик. Так, нож, смазанный ядом, изогнутый нож, тонкий, острый, как скальпель. Часто, да, особыми врачами для самозащиты в церкви исцеления говорят, что обычные охотники стараются не использовать его. Так он метательный или чего? Ну, раз, блядь, 18 штук. Вряд ли они в руках так быстро ломаются, да? С другой стороны. Ружье штык. Они заебали тут свой ассортимент рекламировать. Штык ружье, кстати, 4000 всего стоит, можно взять. Ну, я сейчас сомневаюсь, что мне понравится. Ой, блядь.
По описанию штык ружье говно еще то. Как бы если во второй руке можно пистолет носить, то нахер тебе штык ружье. Противоядие. Так что, к мельнику-то можно? Открывается с другой стороны. Ну кто, блядь, сомневался-то? Ебаный насос. Блин, надо было пушки, наверное, починить. Вот что-то я на поломке их проверять забываю. Опа, ты откуда взялся-то? Так, электрическую убираем себе в задницу и знакомим их, сука, со старым добрым топором. То же самое, что так два удара, что так два удара. Абсолютно никакой разницы. Ну, слушайте, на самом деле эти все пушки разные, заточенные, красивые пиздаты, они только нужны для того, чтобы босса убивать, по сути. Всех остальных мобов вы, скорее всего, будете убивать с одинакового количества ударов. То есть, какая разница, что ты первым ударом нанесешь 700, а потом на сотню добьешь, или просто два раза по 500 ударишь. Ему более слабым оружием. Да ладно нахуй! Ебать, я обосрался. Вот это звук. Как это, блядь, ловушка работает вообще? Чё, блядь, наверх надо смотреть, что это подозрительный камень какой-то. Блядь, ебать, она резкая и громкая. Да ты охуел, что ли? Чё за дальность у него, блядь, стрельбы такая? Так, там какая-то... Ага. Там крестьяне кого-то приговорили этой ночью. Пустая кровь. Это чё такое-то? Собака, блядь, об огонь сама убилась. Ебанутое животное. Ну, видите, он все равно с одного не сдох. Говнюк, блядь, ебучий. Жаль, как к ним туда соскользнуть, чтобы он пизделеть навешать? Я что, где-то здесь есть. А, то есть я вот, блядь, прям с высоты ёбнулся и ничего, да? Хорошо, что разложил дрынчик. Кучный хотя бы месил там. Но, блядь, хорошо, что на самом деле левел прокачанный. Здоровье прокачано. Столько, сколько у меня здоровья было, я бы тут дох, наверное, с каждой пути. Все. Всех порвал. Отлично. Собираем подарочки. Бутылочка крови. Мне интересно, почему вот настолько поленились, что даже бомжей каких-то новых не перерисовали. Может, просто в другой одежде там более хорошо укипированных нет. Они нарисовали таких же, просто им статку подкрутили. Примерно так Mail.ru изготавливает свою премиум технику обычно. Я узнаю стиль. Стиль, когда лень рисовать что-то новое. О. Птички. Ебать ты косой лох. Хуй тебе, ёптать. Смотри, прям на взлете. Чё это за дерево такое? Чё это опять за тупик? Ни хрена тут нету. Отлично вообще. С другой стороны, я подозреваю то же самое, да? Тоже просто там тоже, по-моему, такая же. Вот туда тоже можно пройти. И избу найти. Только изба вообще не первый свежести. Я видел, блядь, уличные сортиры, которые были в более пригодном состоянии для того, чтобы поссать на их стены, чем вот это. Тут на стену ссать начнешь, это рухнет, наверное, все. Уборку надо сделать. О, сгусток крови чудовища. Опять-то бесполезная хуйня какая-то. Рассчитано на того, что ты будешь кого-то дико спамить просто. Так. Это опять тупик, да? Слушайте, ну вот, если бы на самом деле, я не знаю, как это будет на ютубе, но здесь очень дымно у меня на мониторе. Вот если бы здесь была более ясная погода, какая-то более вот... Более темно. Вот, а дым, он такой серого цвета, а вот надо, чтобы темно было, то
Была бы, в общем-то, красивая локация, потому что эти вот подсветки всякие в темноте, они всегда выгодно смотрятся. Но зловещий дым, конечно, тоже хорошо. Туманчик этот. На ужин на любителя. Смотрите, я вижу там щели такие, там никого нет. А, вон она сидит. Вон она. Ничего нового она не говорит. А через стену ее не наебашить, да? Ой, у нее собачки. Ебаный шар. Поназаводила, блядь. Там причем хорошо заметно, что в клетке есть дверки такие, через которые, видимо, эти собаки могут вылететь просто. Что-то там, блядь, хуйня какая-то нездоровая. Слишком много... Я слышу слишком много топота лап. Вон, ешьте ворону, правильно. О, шляпа белой церкви, смотрите. Что-то мне стало вести на церковные шмотки. Пора в религию податься. Так, ты вот оттуда, да? Так, ну посмотрим, чем белые шмотки отличаются от черных. Ебать, они вообще просто... Для тех, кто вообще жить не хочет, наверное, не знаю, такое говно. Странно, на, блядь, 25-м часу игры начали попадаться какие-то шмотки, блядь. Лут какой-то в игре начался. Чё, раньше этого все не было, непонятно. Назад, ёбнутые. Сука, вот тут души с них падают. Смотрите, опять 15 косарей. Если пофармить, вот реально, реально пофармить целенаправленно, так часик. Блять, опять ты что ли? Вот это плохо я делаю, потому что мне не хватает на отпрыгивание энергии, блять, я начинаю ходить, но его удар, как правило, блять, меня настигает. Надо немножко тайминг сменить, чтобы... Или мувсет сменить. Лучше даже, чтобы оставалось на отпрыгнуть. Рев чудовища. Что-то писали про рев чудовища на загрузках, но вообще не помню, что это. Костяной клинок шамана. Что это такое, блядь? Но это не оружие, да? Какая-то, блядь, до прохождения какая-то херовина. Отталкивает рядом стоящих врагов и объекты. Подождите. Что-то не врубаюсь. Это, блядь, сюда можно поставить, что ли? А, ёб твою мать, она вон 15 звездочек требует. Отравленный нож. Один. То есть метну его и пизда ему, да? Питательный нож, охотничий нож. Пиздец. Вот это ты ебнул. Подобрать-то нельзя? Нет. Ну понятно все, короче, с этим. С этим предметом. А вот смотрите, какая-то арена. Да ладно, ты чё? И чё? Это если бы я с той стороны пришел, наверное, меня бы в обход отправили, я так понимаю, да? Либо тут живет какая-нибудь просто... Невообразимая хуйня. Голубой эликсир. А, круг почета, конечно же.
Так и нахера тут ворота-то? То есть это дальше куда-то пройти, да? Снова монгольский шашлык. А, вот дорога-то, ебать. Так на Dark Souls-овскую помойку смахивает. Тоже хуй поймешь, куда идти, и все из досы. 600, блядь, крови за одного бомжа дают. Два удара, 600 крови, да? Смотрите, сколько? 760, пиздец. Это был элитный, наверное, бомж. Просто аннигилирую их. И коктейли Молотова в луте. Ну просто пиздец, его смотрите там. Что-то я слышу какие-то звуки, блядь, ебанические. Вижу лут, ничего не могу с собой поделать. Коктейли Молотова. А вон они. Вон что это такое, блядь. Ну это хуйню мы знаем. Где мои коктейли Молотова? Да, кстати, на серьезную сумму коктейли Молотова валялось. Валялись. За этих что-то маловато дает, могли бы побольше. Нормально тут повис. Ебать, красоточка, ёб твою мать его. Вообще в моем вкусе такая дама. Ну нахуй переводить на них коктейль Молотова, если можно и просто топором переебать. С практически безопасного расстояния, я так думаю. Так, ну чё, блять, ебать тут локация, вот она огромная. Чё, вот дальше идти или назад к бомжам? Давайте дальше посмотрим, что есть. Может, там, где их две, там и опасно. Но когда они по одной. И руку в сраку по локоть, блядь, проверка простаты, сука твою мать. Походу, у вас месячные, судя по крови. Слишком много вылилось. Еще два осколка этих. Что-то подозрительная пещера какая-то. Еще два. Еще два. Тут, наверное, охотник какой-нибудь в засаде сидит просто обалденный. Так. И... Куда это я вышел? Крестьяне. Трое. Это, блядь, главная площадь у них, что ли? По какому случаю собрание, господа? Пидарес. А тот так и ушел, типа, вообще не при делах. Он, наверное, друзьям, блядь, денег должен был. Ага. А вот, смотрите, ловушка нихуевая. Которую, блядь, хуй обойдешь, да? Ничего ты, блядь, отчаянный. А, да вы вообще тут все охуевшие, да? Почти без потерь. Не, ну вот этот вообще охерел. Блять, я научился делать вот эту атаку размашистую. Теперь, когда используешь полный мувсет этого топора, блять, начинаешь понимать, в чем вообще его смысл был. Очень удобно, блять. Надо так ебануть, вот эту кнопку нажал. По-другому надо переебашить, вот этот нажал. Вы видели, как в доме все разлетелось. Так, блять, где короткий путь? Я вот что-то не понимаю. Вот я должен был... Его открыть, я так понимаю, да? Нахуй я ебал. Пиздец, такая дура. И чё это такое?
Подожди, а я куда пошел? Вот я, получается, сюда вышел. Пошел наверх, что ли? Наверху я был, да? Да, там собаки, клетки, хорошо, значит. Это уже быстрая дорога сюда, вот прямо в ворота. А тут что делать? А тут есть еще быстрая дорога вниз, блядь, но она что-то меня немножко напрягает. Там вороны две. Я думаю, там ровно столько ворон, чтобы убить. Так, это озеро. Я тут тоже прошел. Речка, говнотечка. Значит, а здесь... Хули он дергается, я уже думал, ворона взлетает. Здесь, значит, как-то можно понизу обойти. Потому что там лут лежит, значит, его как-то можно забрать. Может, нельзя. Ну, тогда нахуй нужен. Так, и вот это дальше, да, получается? Он своим выстрелом только привлек, блядь, мое внимание. Пристальное. Чересчур пристальное. А, он сам-то он в безопасности. Ага. А мне вот интересно, два выстрела без перезарядки, блядь, не слишком дохуяли уже охуенного для этой игры-то? Вот мне интересно, как бы. Пиздец. Думал, уже больше никогда свои 30 тысяч... крови не увижу, но повезло. Куда-то вначале провалился и скатился сразу в середину деревни. Правда, чуть жопу не нарвали, не надрали за такие срезки, но быстро. Что это там впереди? За хуйня стоит, блядь! А, я знаю, что это охотник опять. Опять кто-то из пороховых бочонков, блядь, выебывается. Ну это значит, что я, скорее всего, там сдохну и душ там же останутся. Навеки, блядь, вечные. То есть к нему, видимо, надо рашить. Он дома не сносит часом, ну-ка. Кто бы сомневался, блядь. То есть к нему надо рашить и начинать, блядь, честное кумите, а там крестьяне везде. Видите, что делать? А, чем дальше ты стоишь, тем урон меньше. Ну, ебать, правдоподобно. Там сюда, наверное, уже выстрел из пушки, блядь, летит. Кто-то с вилами, блядь, отхватил, да? Да ебать, она ваншотит. Нахуй надо было сюда лезть, долбоёб. Пиздец. Я не знаю, насколько просто пройти этот эпизод. Надеюсь, что просто, потому что идти сюда очень, честно говоря, далеко. И лишний раз, блядь, и не захочется. Такими еще петляющими маршрутами какими-то, блядь, тут спрыгни, тут провались, а вот... Дохожу до сюда, но в целом все-таки вот карту местности в голове у себя не могу какую-то составить из разрозненных вот этих деталек. Я 50 тысяч душ своих или сколько их тут было забрал, сбегал, вернулся и прокачал на них левел, потому что я знаю, что, видимо, сейчас я здесь сдохну просто много раз. Ну в упор ты из пушки заебешься, чувак. Не, это обычный крестьянин, это не охотник. Обычный бичуга, блядь, которому в руки пушка попала какая-то. Петровская, блядь. Которому он там в потешный полк стрелял. Репой. Так. Мне это напоминает локацию, честно говоря, из Dark Souls 2 под названием... Как это там, печальная пристань или что-то такое. Ну где, вы помните, такие вот головастики, они еще огня боялись. Там еще камень фороса можно вставить, свет зажечь. Вот тоже какие-то дома такие деревянные, в них нихера, конечно, интересного нету. Но лучше на всякий случай бать это. Ну, я просто знаю этого разработчика. Я и маму его знаю, и разработчика. Короче, они любят какой-нибудь ключик ржавый положить где-нибудь в ебенях, а он очень-очень важную дверь открывать будет.
Не думаю, что они в Bloodborne воздержались от подобных решений. Так, ну и чего? Я из пушки, наверное, стрелять не могу, да? Как из пулемета не мог. Вообще, я что-то не вижу здесь запаса ядер каких-то. Потрясающе. Спасибо, что показал нам, как это делается. Придурок, блядь. Теперь управляю устройством. Удивительно, это все, на что я способен, да? Как дальше-то стрелять, пиздец. В Dark Souls, напомню, можно было выстрелить из баллисты. Здесь, видите, вместо этого пушечки сделали. Видимо, кого-то можно туда подманить. И в упор по нему жахнуть из этой пушки. Но это кто-то тут должен быть очень слабопочный, потому что выстрел происходит далеко не сразу. Кто это такой, смотрите, это кто-то необычный. У него на голове одето что-то, как у... Ебать, медуза Горгона, ты что? Из него дали всего 1000. Да, блядь. Одно то, что я обосрал все свои, блядь, трусишки, стоит минимум 1010 душ. Я когда вот эту увидел, матню, которая у него там вылезла, я что-то на инстинктах припустил сразу, блядь. Бочки, смотрю, ломается, он там ничего нет никогда. Сука, да, поддал я жиденького знатно сейчас. Ща, блядь. О, опять знание безумца, ну это вообще... Королевский лут. Уже 45 там, я не помню, сколько надо, чтобы в DLC пройти. Помню, много. Мне показалось, что очень много. Так, и... Это, я так понимаю, выход отсюда, да? Ну, как, блядь, выход? Это прах, путь дальше. Наверняка. А вот здесь, наверняка, путь ниже. Так вот, интересно, куда лучше пойти? Дальше, сука, или ниже, нах? Этот пол... Такое чувство, что он, блядь. Значит, тут есть лифт. Это факт. Там, в этом лифте кто-то, блядь, стоит внизу. Это, по-моему, тоже факт. Или рядом с лифтом. Вот эта куча, видите, какая-то. Вот это что-то рядом с лифтом, поэтому... Лучше, конечно, сейчас, наверное, не дергать эту хуйню, а сходить посмотреть, что там дальше. Может там костер или срезка, блядь, там в начале же у меня у мельницы дверь какая-то есть, сука, как ее. Ебучая ты случай, а? Ты смотри, кто идет. Принципиально новое поколение врагов. Нихуя ты, скорпион, блядь. О, дай-ка я тебя, блядь, знаешь, чем пиздану? Блин. Опа. Отравился и сдохнет. Блять. Кто не помнит, в Dark Souls был такой замок со змеями. Вот очень похоже, блять. На этих же змей. По сути, это такой же персонаж, гуманоид. С ударом руками, а также атакой головой, которая наносит отравление. Ну что, срезка будет какая-нибудь или что? Сомневаюсь, что срезка там внизу. Что там за хуйня? Я не знаю, какая-то срезка, это больше похоже на логово босса. Еще лифт. Тут вообще что-то, блядь. Либо западня, либо западло. Вода. Там много воды. Ну что, что там лифт, что тут лифт. В каком-то да нам доездить. Ну давай, блядь. В этом не знаю. Опачки. И это мы где? О, фраерок какой-то стоит. Тут персонажи очень незаметные. Мне... О, это срезка, да, я угадал. Вот Фродо опять мертвый, да? Здесь персонажи очень незаметные. Мне говорят, что я с тем не говорил, с этим не поговорил. Ты как, блядь, хуй увидишь тут. А, у него тоже эти в голове, блядь, медузы. А,
Новое лицо. And an accomplished hunter, you would appear. Движущийся охотник. Мне не нравится твой смех, я пойду открою дверь на всякий случай. Блять, ебать! Сука, а я думаю, чё рычит, блять? Здесь даже вороны, блять, гавкают. Чё за игра такая? Так, так чё ты хотел сказать-то? Я Вальтер, предводитель лиги. Справедливость, что ли? Очищает улицы от скверны, которые сползают во время охоты. Чё, блять, какой охоты? Кто на кого охотится-то хоть? Freakish slugs and mad doctors sentence these fiends to death with the help of your league. What do you say? Ну, хули нет. Я все равно в оффлайне, мне насрать. Руну Кирилла, символ лиги. Нечистота. Ой, прости, я тебя не дослушал. Ну, блять. Потом опять ведь скажешь, что не слушаю нихуя. Just think, now you're all set to hunt in cooperation. Все. Охотимся вместе с... Ну, это, видимо, если ты играешь в онлайне, то это ковенант. Тебя смогут призывать, ты сможешь призывать. Но, как правило, судя по Dark Souls, ничего особо интересного, вот лично для меня, в этом нет. И это полная залупа и работа через жопу, блядь. Вот, особенно там в Синих Стражах каких-нибудь, типа, летать и мстить за, блядь, за ПК, вообще бред. Нихуя нормально не работает. Просто красный камень кому-нибудь вторгнуться, стать плохим человеком и напиздюлять кому-нибудь, это работает. А вот, блядь, спасти кого-то лететь, это вот нихуя не работает. И ты еще как дурак, блядь, без кольца ходишь, без одного, не получаешь бонусов, ждешь, когда тебя там призовут. Ну, ковенант колокола там какой-нибудь, стражи принцессы там тоже туда частенько призывают. Ну, вы поняли, короче, что половина ковенантов мертвая хуйня. Ну вот, что в ковенанте быть, что красное око юзать, в общем-то, одно и то же. А вот в интересном ковенанте просто нет смысла, оказывается, вот так. Ну чё, до тыщенки жизни докачаю, думаю, будет оптимально. Ладно, ну чё, в принципе, серия была долгая, да, особо. Не, ну я сдох, конечно, пару раз. Куда же без этого, я просто не знаю, блядь, сколько до босса идти. Вообще не знаю, долго ли серия, но с такими переигровками, блядь, долгими я очень далеко бегал. Ладно, давайте, блядь, посмотрим, сука. Или не будем смотреть. Или посмотрим, или не будем смотреть. Что ж делать, а что ж делать-то? Нет, точно на этом все. 50 минут серия, я считаю, что это хватит. Плюс, к тому же, когда я сяду завтра записывать эту игру, у меня будет какая-то цель. Я буду знать, куда я пойду, и что там будет что-то интересное. Возможно, босс. Поэтому, возможно, что серия даже раньше выйдет. То есть, ну... Короче говоря, сплошные плюсы, так что не ной мне в комментах. Маленький умник. Все, короче, пишите, жмите.